На территории спортивного комплекса «Лидер» стартовал зональный этап всекубанского турнира по стритболу среди дворовых команд на Кубок губернатора. На состязание в наш город прибыли лучшие команды по итогам муниципальных этапов из 7 районов края. С подробностями наши корреспонденты. В соревнованиях приняли участие как дворовые команды, так и сборные команды спортивных школ. Этот турнир позволяет интересно и с пользой провести время в период летних каникул, а заодно и выявляет талантливых юных спортсменов. Отборочный этап на уровне района уже прошел. На этой неделе в Славянский район съехались любители стритбола из 7 муниципальных образований края – Геленджика, Новороссийска, Анапы, Славянского, Темрюкского, Абинского, Красноармейского районов. Перед началом соревнований участников поприветствовал глава Славянского района Роман Синяков. Я рад, что на гостеприимной славянской земле проходит сегодня зональный этап турнира по стритболу. Я уверен, что нашим соседям у нас понравится, потому что у нас хороший район. Мы все делаем для того, чтобы спорт развивался в Славянском районе. Ну и, конечно, победит сильнейший. Всем успехов, добра, исполнения желаний. И всего самого доброго. Всекубанский турнир по уличному баскетболу проводится с 2008 года. Это одно из самых массовых соревнований среди детей и подростков в стране. И число его поклонников год от года только растет. Команда «Забайчанки», представители Славянского района, несколько лет назад начали увлекаться стритболом. В муниципальном этапе они заняли первое место. На третьем этапе, говорит участница команды Александра Рымарева, тоже рассчитывают на победу. Мы готовились, очень переживаем, конечно. Хотим и дальше занять первое место, и дальше пройти. Вот. Но мне кажется, главное еще не победа, а участие. Еще одни представители Славянского района – сборная команда детской юношеской спортивной школы «Триумф» «Шахтеры». Андрей Моздор, участник команды, этим видом спорта занимается не так давно. Но копилка его достижений уже наполнена трофеями различного уровня. Мне значит то, что когда он выигрывает, получает награду, нами семья гордится. Вот я уже выиграл одну команду, награду. Мы в Славянске играли в стритбол, первое место заняли. Я получил мячик, пятерка. После торжественного открытия турнира команды приступили к игре, которая получилась очень яркой. Ну, наши старшего возраста команда «Трешка», «Трешка». Приглашаем на площадку. В каждой группе были названы победители. Среди девушек первое место заняла команда «Забайчанки» Забойского сельского поселения. Среди юношей – команда «Шахтеры» Славянска на Кубани. Бороться за Кубок губернатора 2015 лидеры будут в финальном этапе турнира по стритболу. Тина Копачевская, Андрей Постовой. Программа «События».